Привет! Это игра под названием Пенумбра Некролог. Так, что мне там делать? Точно, предохранитель тащить. Вспомнить бы, куда идти. Для этого нужно. Здесь все осматривал. Там был телек, я помню. И вроде бы сюда надо идти. Нет! А где я? А, вон, туда идти надо. Да? Вроде да. Да. Просто понастроить своих коридоров глупых. А ты потом бегай ищи нужную дверь. Все, мы прёмся вниз. Сейчас все будет. Опа! Я специально хотел пониже поймать, чтобы поменьше спускаться. Предохранитель. И еще один. Теперь мы дергаем, да? Дергаем, я говорю. Все? Я все починил. Ну, это не двигается. Оба. Сейчас посмотрим, что это такое было. Кто это тут подсматривал, а? Уроды. Давай закрывай. Ай. Что мне дальше-то нажимать? Нет? А ну пошли сюда. Мы ведь предохранители поставили. Может, здесь что-нибудь заработало? Оба. Есть свет. Блин, я последний раз в Пенумбру играл, не знаю, дня 3 назад. Я уже не помню нифига. Что мне там делать-то надо было? Ключ-карту найти. А, я вспомнил. То, что там какая-то дверь была. Все, я здесь закончил. Ну ладно, видимо, это просто бесполезная фигня. Теперь у нас есть свет. А где-то там как раз нужно было питание. Я сейчас побегу. Не знаю, смогу ли я найти то место. Уважаемый персонал станции, энергоснабжение жилого отсека и прилежащих корпусов восстановлено. При обнаружении неполадок просьба сообщить об этом члену персонала со статусом код А или техработнику. Благодарим за внимание. Бла-бла-бла. Можно подумать, мы не заметили, что все сработало. Так, куда я там шел-то? Не, не сюда. Здесь? Это закрыто, наверное, да? А нужная дверь здесь. Да, а там завалено, хорошо. Давай. Так, и теперь мы проверим. Да, работает. Ура! Это у нас закрылось. Не работает. Тут у нас не открывалось, вроде и без того. Здесь я хочу посмотреть. Что-нибудь изменилось? Нет, просто так эти стрелки нарисованы. Или они мне пригодятся в дальнейшем? Ладно, во всяком случае, мне пока есть куда идти, я поэтому пойду.
Опять чайник там где-то кипит. Кто-то поставил и забыл. А еще как вот в каком-то месте я же видел закрытую аптечку и какую-то баночку. И не мог достать. Для чего это сделано? По приколу? Или там был где-то спрятан ключ? Это что-то типа секрета было. Ладно. Будем считать, что это был секрет. Если найду ключ, то ладно, сбегаю. Так, сохранялка очередная. Сначала я осмотрюсь тщательно. Дверь еще одна. Компьютер работает? Не работает. Батарейки. Фигня какая-то. Так, это открыть я не могу. И тут... ничего. Я же отсюда зашел. Можно... ну тут как раз вот и вторая дверь. Ладно, можно пойти туда. Взглянуть, что здесь есть. Может, этот комп рабочий. Может, нет. Блин, я думал, это рация. Пусто. 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 Ладно, давай. Не грузится на экране, черт знает, что творится. Что? Так, итого это бесполезное помещение получается, да? Ничего нет. Ладно. Сохранимся еще раз. И теперь можно пойти дальше. Тут еще одна дверь. Не буду же я это пропускать. Ой. Подстава какая-то. О, а он выглядит безобидно. Может, он поможет нам выбраться? Ну, давай. Безобидно ли он выглядит? Вот это что? И он сейчас сломает эти ящики, да? Я хочу посмотреть, есть ли здесь что-нибудь еще. Как дела? Урод. Как стоится? Ладно, пока. У тебя тут плохо. Мне не нравится. Ну, похоже, он все раздолбал там.
где я вышел. Да, открывай. Может, мне стоит обратно залезть? Там вроде-то пора уже нет. Ясно. Тогда мы будем двигаться туда. Он топор схватил. Вот ты тупой, осел. Хал, лузер, стой здесь дальше. Я посмотрю. У тебя там наверняка что-то должно быть. Ой, надо было хватать топор и отрубать ему руки. А, здесь завалило. Ничего себе. Ну. Посмотрим. Сколько у меня батареек? 8. Так, этот инструмент у меня остался. Сейчас куда пойдет этот голый урод? Да блин. Он идет? Ладно, можно посмотреть здесь. Может, что-нибудь еще могу открутить? Вот это, например. Ну да. Я так и знал, эта комната здесь не просто так. Потому что она пустая. И большая. Это что такое? Труп какой-то. Не можешь сломать? Записочка, а, ключ-карта. Отлично. И кассета. Третья. Ой, ее тут можно послушать. Ладно, сначала я послушаю, наверное, потому что вдруг я возьму, и он вломится. Меня зовут Алфред Ричардс. Я веду серию экспериментов, связанных с артефактом, который нашла экспедиция. Запись. Третья. Уже вечереет, а я все никак не могу собраться с мыслями. Я понимаю, что мне следует прекратить опыт, но я же еще даже не попытался вскрыть артефакт. Итак, приступим. Для снятия крышки я взял отвертку. Попробуем ее снять. А, черт! Уронил. Вроде цел. Что ж, это лишь укрепляет мысли о том, что обычным физическим воздействием его не открыть. На сегодня хватит. Я устал. Перед сном стоит подумать о более действенном способе вскрытия. Устал. Он просто уронил его и поднял. Это какая-то газета, написанный шаг в неизвестность. Больше ничего не видно. Надо же, еще одна жертва цианида. Нет, не ломится? Ха, лузер. Ну, пока. Сейчас мне надо вернуться, да? Да. Обойдем этого урода. Сохранимся. Почему нет? По сути, я могу... В смысле? Почему у меня... Меня разве кто-то бил? Какая еще кровь? Почему у меня идет кровь? Что за бред? Блин, я думал, ждать надо, а тут, оказывается, двери сразу открываются. Он где-то здесь, да? Так, стоп. Раз он там, я хочу вернуться. Серьезно.
Если он действительно здесь. Может, тут что-нибудь поменялось? Да вроде ничего. Может, игра просто сломалась? Ладно, пойдем. Зря возвращался, но зато проверил. Так, аккуратненько проходим. Где там эта комната? Заходим. Комп. И там звонят. Сначала я посмотрю все остальное. За звонком своим они подождут. Так. Пусто, пусто. Снимок. Дальше. Пусто, пусто. Пусто. А этим я даже не пользуюсь. И противогаз мне пока не понадобился. Рация. Сейчас прочитаю. Недавно произошедшие события озадачили касту и персонал. Уже некоторое время на станции проводились эксперименты по созданию особой кислоты, способной разъесть оболочку артефакта. Но неделю назад каста решила прекратить эксперимент. За день до решения Алфорд Ричардсон, биолог станции, проник в лабораторию и провел опыт в одиночку, в ходе которого впал в состояние комы, из которой его не могут вытащить до сих пор. Причина таких событий не ясна. Определенная группа ученых занимается выяснением обстоятельств. Некоторые ученые, которые часто контактировали с Алфордом до инцидента, сообщают, что тот до трагического происшествия вел себя странно как минимум месяц. Говард Лафрекс выдвигает предположительные теории о природе случившегося, но пока это только догадки. Алфорду присвоен статус код С, и по выходу из комы каста вряд ли восстановит его в должности. Ну, правильно, полез, когда его не просили. Рада снова тебя видеть. Это огромное везение, что ты смог добраться сюда. У меня две новости. Думаю, стоит начать с хорошей. Я смогла связаться со спасательной группой и рассказала о нас. А теперь плохая. Ты находишься не в самом хорошем месте. Рядом с тобой находится заброшенная часть станции Мануик. И, к сожалению, учитывая обстоятельства и разрушения, пройти можно только через нее. Не знаю, что тебя там ждет, но еще до заражения в этом месте ходили не самые приятные слухи. Так что тебе придется проверить их действительность на собственной заднице. Извини. В общем, в этой комнате должна быть рация. Возьми ее и жди сигнала от спасательной группы. Они помогут тебе выбраться. Будь осторожен. До связи. Филипп, послушай меня. Должен быть другой путь. Ты сам слышал, что сказали о том месте. Неужели ты плюнешь на своего друга Кевина? Неужели я никак не заслужил того, чтобы ты меня послушал? Давай послушаем тебя. Кто это? Он до этого здесь стоял? Ладно. Куда нам теперь надо будет идти? Прием, меня слышно? Вы должны быть Филипп. Я Джейла Кун, связист спасательной группы. Амабель рассказала мне о вас. Как вы, наверное, уже знаете, вы сможете выбраться только через заброшенную часть станции. Я открою вам дверь. Ага, дверь. Может быть, вот эту? Да. Ну да. Ладно, пойдем. Тут так темно. Нифига не видно.
Там кто-то ходит. Блин, вот ты тупой. У меня есть противогаз, если что. Итак, у нас есть практически все карты мест этой станции. Однако план того места, в котором вы находитесь, будет малоэффективен. На нем отображена лишь пара основных коридоров. Судя по описанию площади, это место гораздо больше, чем мы предполагали. И имеет много ответвлений, что-то вроде лабиринта. К сожалению, здесь нет камер, так что вам придется рассчитывать только на себя. Будьте осторожны, я свяжусь с вами позже. Как вот он мог упасть? Такой тупой. Ну, свяжись позже. Противогаз-то у меня есть. Как его надеть? Ну ладно, может он сам наденет, я без понятия вообще. Ну или он здесь не нужен. Так, там какая-то веревка, а вот лестница. Это цепь. А вот здесь я могу забраться? Могу. Только мне это не нужно. Ладно, где там лестница? Давай. Лезь. Может, это свет? Или та дверь, где я только что был? Да, блин, выбрасывай этот хлам. Опа. На лету ее схватил. Прямо крутой. Да, это она. Ну ты тупой, противогаз надевай. Идиот. Ай. Есть что-нибудь полезное? Или бесполезное? Вот это что такое? Не нравятся мне эти норы. Залезть он туда не хочет. Давай вот так вот положим. Оба. И стул. И оба. Ну, почти. Ничего полезного нет? Ладно, идем. А то я батарейку просто трачу. Хотя у меня их целая куча. Я могу просто полдня стоять и ничего не делать. Или уже до конца игры бегать с включенным фонариком. Хотя тогда вряд ли мне хватит. Все хуже и хуже. Мне уже чертовски не нравится это место. Давай туда не пойдем. Конечно, я стараюсь выглядеть воплощением храбрости. Но и мне иногда бывает страшно. Лучше бы он рассказал, чего он боится. Тогда было бы легче. Падение вниз окажется смертельным. Надо быть поосторожнее. И тут закрыто. Ну ладно. Да в смысле?
Я в другую сторону еще не ходил. Вы уроды, блин. Я загрузился. Я просто хочу посмотреть, что здесь. Даже если тут ничего нет. Зачем меня лишают такой возможности? Сколько тут всего? Фоточка вот. Давай, двигай. Вряд ли это, конечно, чем-то поможет. Эта платформа заградила проход. В одиночку ее не сдвинуть. Не знаю, может, потом я сюда еще вернусь. Хотя вряд ли. А вот теперь можно бежать туда. Заново сейчас все это проходить. Я так и знал! Все, можно идти дальше. Что у нас здесь? Блин, у меня их уже 7. Может, стоит начать пользоваться? Ничего там нет. Нет. Очередная нора. Да, здесь ничего. Опа, очки. Беги, Филипп, беги. Да ё-моё! Давай быстрей. Надоела эта игра. Этот голос еще пугается. Беги, наверное, мне надо было туда бежать. То он весь из себя такой крутой, то вон там переживает. Беги, беги. Тебе надо, ты беги. Я смогу сюда запрыгнуть? Лузер. Ну и что ты мне сделаешь? Ха! Неудачник. Бежим. Да блин, почему он такой быстрый? Да беги, ты глупый. Может, и не стоило лечиться. Батарейки. Тут прохода нет. Он там. Он меня заметил, да? Тихо. Ну вот не урод ли он? Как он меня мог заметить? Может, он успокоится сейчас? Я ведь не убегу от него, я не хочу здесь все лекарства тратить. Это ведь наверняка не последний монстр в этой игре. И будет очень глупо, если я сейчас возьму и все потрачу. Да, да, да. Просто беги, дуралей. Быстрее, беги. Ну беги. Хана мне, походу.
Здесь не было сохранения, да? И потом, если что, мне придется опять начинать с того места. Блин. Как от него оторваться? Вообще нереально. В общем, бред полный. А еще... Аптечки у меня забирают. Здоровье забирают. И все. То есть, такими темпами я могу очень быстро все потратить. В эту сторону мне вообще, походу, не надо. Да, блин, дебилоид, беги. Пусть сдохнет. Ладно. Неважно. Я думаю, на этом можно закончить. Пока.